треба. Голову одеської організації не допомогли. Воно вже нарало ніше. Людя трубку просить. Ваня, а ты поставил свой отпечаток? Конечно. Да? Ну давай, ждай вчера, да, слушаю. Витаю. Здравствуйте. Спільно бачення, ви до нас приходили. Да, в этом моде я мог не злому где-то. Да, тепер ми до вас прийшли. Да, очень ми приятно. Ми знімаємо, да? Походите лично. Розкажіть, ваша задумка, в чому полягає. І представтесь, будь ласка, спочатку. Да. Вітаю. Я знаю, що у вас є це вже. Щиро вітаю вас. Він прийшов до одну виборчу кампанію. Слава Україні. Він молодий батько, у нього є молода дитина. Здравствуйте всім. Я Владимир Михайлов, в народі Апанас Лахов. Прошу прощения, буду говорить на российском. Мне так удобнее. Первоначально появилась у меня идея написать картину, которую бы можно было объединить. Или хотя бы сделать попытку объединения мнения людей. Ну и, наверное, через мнение людей, через их мечты, ну, наверное, и народ. И я вот предпринял такой шаг. Я вот сделал... Заявили про акцию, да? Да, вот я пытаюсь сделать вот такую акцию. Украинский народ. Я по-украински, ты нераздельный, да. Я написал на... Этот момент еще картина не закончена. Да. Но понятно, что здесь будет изображено. Правильно. Вот здесь будет на фоне темного космического неба образ Иисуса Христа, который предлагает нам своими двумя руками территории страны, которая сейчас в момент написания, ну буквально 2-3 дня назад было белым таким. Это большим пятном. Белую, да. Остальные граничащие из пограничные страны с ней, они были в географическом плане, вот в географических цветах представлены. Видно горы, Краснодарский край, Россия и так далее. И Украина уходит в горизонт. И я решил, что если это будет угадываемый контур Украины, то предложив нашим согражданам оставить свой след в истории путем мастихи на кисти или просто пальцем, когда-то это превратится в единое полотно, и на территории Украины не будет белых мест. И будет интересно посмотреть. Может быть, действительно, мы будем объединены, будем ближе друг к другу, будем понимать друг друга. И вот на сегодняшний день люди с удовольствием ходят сюда. Тут просто приходят. Я буду продолжать, да. Просто малюют, так? Да, люди подходят, пишут, ну, кто уже, как бы это сказать. Цікаві речі є, он дивись, яд. Я, это, там спиртовый завод стоял. И стоит, он его пускает, так они объяснили. Это вот, там есть шахты, но кроме того, там еще и минеральная вода. Это не можно ни на кого, але тут якесь розуміння є. Але вже на молодих хлопців, на молодіжку. Вони вже просто всі межі, вони перейшли. Зрозуміло, я каждый день здесь бываю и приглашаю всех желающих. Приходите, пожалуйста, оставляйте свой след в истории на полотне Апанаса Лахова. И, кроме того, в интернете в ближайшее время появится эта карта, и так же самое там будет даваться последняя информация о свободных местах на карте, которые можно будет заполнять желающим. Зрозуміло, дякую. Ну, тобто ви знаходитесь так, біля на мету спільного бачення, до речі. Можна підходити щодня і залишати свій слід на карті в такій Україні. Добре, дякуємо вам дуже. Спасибо. Дай Бог вам здоров'я. З наступаючим Новим годом. Крепкого здоров'я всім. Поймите, що ми всі, ви... И не только, я говорю, мы, которые люди, близкие к искусству, к созиданию. Мы все созидатели, мы все маленькие частички нашей великой державы, нашей планеты. Крепко всем здоровья. До свидания. Я чую тревоги, які не захищають своїх громадян. Ця ганебна міліція, ці поліцаї ганебні.